постараюсь немного разогнать атмосферу. Как вы знаете, каждому фокуснику нужна волшебная палочка. Вы согласны? Да! Так вот, иногда волшебство греет лучше всякого огня. Теперь у нас есть волшебная палочка. Ну что ж, магия начинается. Для моего фокуса мне понадобится бутылка волшебного дюшеса и стакан. Что ж, накроем стакан одной трубкой, а дюшес второй. Ох, вы увидели, да? Извините, здесь был секрет. Вы не должны были этого видеть. Дюшес накрываем второй трубкой. Симсалабим, они меняются, я вас убираю, потому что это магия. Дюшес уже здесь, а стакан здесь. Ну, это легко. Главное, поменять их обратно, местами. Это был очень сложный фокус. Спасибо. Фокус дважды, но сегодня особый случай, и я повторю его. А если вы попросите меня повторить его еще раз, я повторю его еще раз. И самое главное, что никаких секретов ни в одной трубке, ни в... Снова заметили, да? Ни в другой. Итак, что ж, повторим еще раз. Попробуем. Давайте сделаем коллективную магию. Все наши три щелкнем. Раз, два, три. Вы помните, где была моя бутылка мартини? Где? Покажите. Вы заметили, как я это сделал? А, вы заметили секрет? Извините. Вы не должны были этого видеть. Итак, что мы сделаем? Накроем. Я постараюсь сделать это настолько быстро, что вы даже не успеете заметить, как они меняются. Итак, вы готовы? Что вы говорите? Что? Вы снова заметили? Не выглядите, пожалуйста. Мешают? Так, где секрет? А, вот он секрет. Ну хорошо. Вы ищете секрет в бутылке. На самом деле его нет здесь и его даже нет здесь. На самом деле этот фокус может сделать даже с одной трубкой. Не повторяйте это дома, это очень опасно. Хорошо, вы ищете секрет в трубках, да? Его нет в этих трубках. И его даже нет в этих трубках. Наш стакан и доказать, что жидкость здесь все-таки есть. Дюшес! Да, дюшес! Волшебный дюшес! Ребята!